Как я сегодня выгляжу. Хорошо, что вот так сейчас майки вот эти можно вот так завязывать узлом. И получается такой классный, прям вообще класснючий мне юбка в пол. Правда, почему-то в ней живот торчит. На самом деле он у меня не такой. У нас сегодня пасмурно на улице. Но очки все равно нужно надевать, потому что мне все равно мешает такой яркий свет. Видите, как-то пасмурно. И пахнет дождем, что ли, или потому что вон там лужа такая. Машина у меня у черта на колючках. Не очень хорошее место, но вчера поздно приехали, нигде не было места припарковаться, поэтому и тому месту я рада. Ух ты, какой там собака большая. Какой там собака большая. Это позыв Чарли. Бежит, бежит, видите? Наверное, скорее всего, от дождем пахнет вот эта лужа. Так любят гаражи мыть. Ну, в общем, все, идем на работу. Все как обычно. Убрала себе усики. Приготовила. У меня завтра с утра химия будет. Поэтому все уже приготовила тут. А сейчас пойду еще бровки подкрашу. Клиенточки уже разошлись. Поэтому можно себе время уделить. Я специально сегодня не накрасилась, ничем не намазалась, чтобы привести лицо в порядок. Так, тут у меня тоже к химии готово. В общем, к химии все готово. Не очень ее люблю делать, но это естественно, потому что оно делается очень долго. Муторно, много воды, в общем. Ну и, конечно, деньги, не то что за укладку, да? Чего ты меня там трогаешь? Этот сегодня опять с утра поругался с какой-то собакой, и собака ему вот так схватила. Большая, этот, как он называется, лабрадор. Вообще они очень хорошие собаки, но этот кого хочешь доведет. И мужчина такой, я не видел, правда, мужчина подошел, говорит, ничего он ему не сделал. Я говорю, да нет, вон он нормальный. Но они никак не поругались, не прям вот так, нет, просто этот начал гавкать на него, наверное, накинулся, думает, что он ротвейлер какой-нибудь, опасная собака, а на самом деле ты маленькая шавка, ты маленькая шавка, ты посмотри, ты какой маленький, ты чё на всех кидаешься, на больших, а? Ты чё думаешь, что все тебя будут любить, и как я, что ли, все тебя будут вот так вот? Да, вот так вот тебя буду. Вообще он у меня злой, смотрите. Ну, злись. Что-то не хочет на камеру показывать, какой он злой. Не хочет на камеру показывать. Смотрите, какой он страшный. Видите уже. Видите, какой он страшный. А, видите, какой страшный. Все равно понимать, что так нельзя делать. И потом скажи, мам, ну что ты меня доводишь? Да хватит, чистый уже. Вот лизун. Чистый. Ой, съела бы его, вот всего бы съела. Ох. Иду смотреть, что у нас тут с морем. Мне же нужно купальник выгуливать теперь. С морем у нас все хорошо. Ой, даже очень хорошо. Полный штиль. Так что можно ехать купальник выгуливать. Правда, он у меня еще стирается, но я думаю, что до пляжа он у меня высохнет. Надо же, я думала, что здесь шторм. Но нет. Погода хорошая. Правда, вот. Облачность перемен. Как это? Переменная облачность. Ну, думаем, что это пройдет. Даже если не пройдет, она нам не мешает. Кстати, в такую погоду, когда даже нет солнца, нужно обязательно мазаться защитными кремами. Потому что даже при таких тучах обгораешь еще сильнее, чем на солнце. Почему? Потому что вроде бы как, нет солнца, можно и выйти, и все такое, и сгораешь еще больше. Я уже почти сварганила суп. Шпинат осталось добавить и сырок.
А себе приготовила салат. Тут разные. Заправка у меня йогуртовая. В общем, в разный-разный салат. И два кусочка рыбки вчерашней осталось. Это шпинат, который в суп сейчас добавлю. И все, будет всем вкусняшка. В общем, план таков. Думала долго, куда бы на пляж приехать. И решила приехать, где наши дачи были. Вот тут у нас дачи были, прямо на этом месте. На этом месте вот тут была у нас дача одной сестры, посередине мужа. И там была другой сестры. Прям дачи такие хорошие постройки. Три года назад все это снесли, потому что типа отели строили бы. Ну ничего, как видите, здесь не строится. Но мы как раньше ездили, так и ездим сюда. Кстати, вон родственники. Я сейчас к ним пойду. У них тут машины все. Я по машинам знаю уже. Так, и это, кстати, город, где я работаю. Вон там наверху, где замок. Я за замком работаю. Смотрите, какой у нас туч. Решила сюда приехать, потому что ветер дует с той стороны. И на том пляже в нашем городе там волны должны быть. А на этом... нету. Ну, раз уж сюда приехала, долила эту жидкость, которая для мотора, залила бензин, погазовала немного по дороге и купила хлеб себе вот такой, смотрите, с маком на тосты утренние. Там были еще хлеб. Я хотела, помните, как-то вам говорила, что хотела купить хлеб с этим, господи, как он этот называется-то, маис. Скажем, початок кукуруза, с кукурузной мукой, там с семечками разными. Но почему-то мне этот больше приглянулся с маком, не знаю. Так, это купальник, в который я всегда переодеваюсь, ездя домой. Это крем, там полотенце у меня. Вот, и в общем, еще купила чай себе вот такой холодный, обычный. Сейчас попью. И в общем, вот так, хотя вода, как всегда, у меня здесь. В общем, вот такие планы. Пойду свой купальник погуляю. И, кстати, все высохло. Знаете, я вчера такая стою и думаю, что-то два лифчика и купальник мне стирать в ломы, да? Что-то машинку крутить из-за этого, воду тратить. И я начала ночью все постели менять. Все, короче, постели поменяла, за два часа все высохло. Поэтому все вот так летом. Из-за того, что ветер небольшой дует, здесь петухи пойдут. В общем, пойду купаться. Смотрите, мне вот такие пляжи нравятся. Чтобы не песок, а вот такие камушки мелкие. Они нигде не прилипают. И такие камушки есть у нас на пляже. Классно так. Я тут уже сижу. Искупалась. Вода теплая-теплая, вообще тепляцкая. И здесь нет ветра. Шикардос. В общем, недолго думая, решила поехать на рынок. Хочу купить перцы, чтобы сделать салат. У меня был на канале где-то рецепт этих запеченных салатов. Салата. Но я почему-то его не найду, не знаю. Поэтому сделаю и сниму видео про запеченные овощи. Сейчас едем на рынок. Сегодня прохладно, так хорошо. Вот сейчас солнца нету, поэтому прям вообще лафа. Гулять, если... или там спортом заниматься, как вот люди ходят. Видите? Это вообще дорога не эта. По этой дороге редко кто ездит. Ее не все знают. Поэтому я здесь езжу. Мы едем в далекие края. И вот выезжаем уже между пляжем и Алькампо дорога. И тут мне уже нужны две руки. Потому что здесь вот так надо. Ой, менять скорость. А машина у меня не автомат. И скорость надо менять ручками. Вот уже подъезжаем.
так сегодня накупалась хорошо, вода вообще прекрасная, шикарная. Правда, мне немного даже замерзла из-за того, что нет солнца. Так, тут тоже опасно. А у нас тут какая-то ферия, что ли? Карусели навезли разные. Прям праздник, походу. Смотрите, вот эта вот штука висит праздная, для празднования. Так. Сейчас приеду, а вдруг рынка нету из-за этих праздников. Во, будет облом. Да нет, есть. Есть рыночек. Так, куда-нибудь сейчас машинку сюда поставим. Куда-нибудь. Тут вот очень песок, можно застрять. Куда ж? Вот я, мне желательно вот на ту сторону. Вот сюда и поставим. Эти люди еще на пляже сидят. Типа загорают. Немножко вам рынок сниму. Я уже купила перцы. И вкусные яблоки, которые пахнут с дерева. Надеюсь, что вкусные. Такие хорошие, пахнущие. Не восковые. Сейчас иду, гуляю. Вот это все вещи ношеные. Видите, на 3 евро написано. Все это ношеное. Даже пахнет ношеным. Не знаю, люди покупают. Вообще здесь по барабану. Нравится, покупают и носят, и все. Ношеное, не ношеное, дорогое, дешевое. Все идет. Но некоторые думают, что это новое, поэтому как бы обман. Видите, все одно и то же. Лифчики, трусы. Я хочу манго купить. Мне еще осталось манго и все. Вот таких 4 огромных перца купила. И вот такие яблоки. Одно съела, но они мне не очень понравились, потому что они, знаете, они вкусные, все, но я люблю яблоки твердые, чтобы с них, знаете, вот прям хрустящие. Эти нет, не такие. Такое ощущение, что они переспевшие или как-то так, но вкусные, я их все равно съем. Вот, так что я поужинала этим яблочком. Хлебушек. Сейчас на мужа спрошу, вкусно, невкусно. Он как раз сделал себе тост из этого хлеба. И сейчас спрошу. А завтра я буду. Это мне на завтраке такой хлеб. А на обед я ем другой. Вот этот вот как наш черный. Буду с вами прощаться до завтра. Завтра у нас четверг. Не знаю, что будет. Поживем, увидим. Так что подписываемся, ставим лайки. И пишем комментарии. Всем спасибо за ваши комментарии. Все читаю, на все стараюсь отвечать. И очень радуюсь, когда вы мне пишете. Так что всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока, до завтра.